Кулинарный лайфхак, как правильно разбивать яйца. Вы знаете, бывает ситуация, вы готовите яичницу глазунью, хотите красивый желток получить, отдельно белок, разбиваете яйцо, и желток расползается по всей сковороде. Что вы делаете не так, а как неизменно разбивать яйца, чтобы был красивый желточек и белок? Ошибка новичков. Что делают те, кто не знает, как это делать? Ножом разбивают яйцо и... Смотрите. Опа! Что случилось? А случилось вот что. Когда мы разбили яйцо, то острые края порезали наш желток, и он вытек. Еще такая же ошибка бывает, когда разбивают вот так вот, как показывают во многих кулинарных шоу. И там та же история, видите? Острые края задевают желток, и получается такое безобразие. А как надо? Надо яйцо бить вот так, об стол, видите? Все ровно, и аккуратненько его разделяем. Идеально ровный желток, и ничего никогда не разобьется.